Всем здравствуйте! Вы на канале Бэкахоли. Оставлю я здесь видеоотзыв об автомобиле Хавейл М6. Вот, расскажу плюсы и минусы, что мне понравилось, что нет. Машину я приобрел 23 февраля, скоро будет 2 месяца. Проехал я почти 2000 километров. Одна из причин, по которой я купил этот автомобиль, это мои собаки Бэкахоли. Мне нужно было приобрести новый автомобиль, в который я мог бы установить клетку для перевозки своих собак. Вот. Седан, никакой седан, соответственно, мне не подходит. Потому что седан до этого был 17 лет. Салон собаки уничтожили. Хотя был и гамак. И ничего не помогает. Очень много песка, грязи, мусора. И они поцарапали мне и стекла, и обивку дверей, и все остальное. Поэтому, приобретая новый автомобиль, я не хотел, чтобы это повторилось. Поэтому в багажник я установил клетку. Чуть позже покажу. Вот. И таким образом вот, салон будет чистый, не будет грязи, мусора. И самое главное, салон будет целый. Вот. Автомобилем я доволен. Купил я его за 2100. В допы подарили мне брызговики, сетку в бампер, шины Norman 7. Шины мне понравились, отличные шины. Вот, сигнализацию я установил сам. Вот, тонировку. И цвет. Цвет я хотел именно серебристый. Вот, ждал я его 2 недели. Наличия не было данного цвета. Я из 3 цветов, которые они предлагают, это черный, белый и вот такой серебристый. У них он называется серый. Вот, я выбрал вот именно такой цвет, вот, потому что он самый практичный, подчеркивает кузов. Вот, и на нем не видно пыли, грязи и всего остального. Вот. Что касается функционала, все необходимое в машине для меня есть. Вот, впечатлило освещение, то есть фары, туманки ночью, вечером просто освещают очень хорошо. То есть по сравнению с коровой, которая у меня была, это небо и земля. Отличное освещение, все видно. Мне прям вот очень это понравилось. Вот, смотря, конечно, с чем сравнивать. Вот, высокая посадка, клиренс, вот, ну, обычный городской кроссовер, полноразмерный кроссовер. Вот, подогрев сидений, подогрев зеркал, 4 стеклоподъемника, однозонный климат-контроль, вот, система курсовой устойчивости, вот, помощь при спуске. Вот. Бесключевой доступ. Вот, все это есть. Вот. По поводу мощности. Я смотрел отзывы, тоже смотрел видеообзоры о данном автомобиле. И, значит, говорят, что машина пенсионерская, что она вообще не едет. Вот, что она с трудом набирает скорость при своем весе. Мне лично хватает мощности. Да, она не супер мощная, не супер быстрая. Ну, спокойно езжу по городу. Вот, в принципе, мощности хватает. Режим спорта, если нужно, чтобы машина была подинамичнее, порезвее, режим спорта поставить, и все будет нормально. То есть мощности, в принципе, хватает. Вот. По поводу вот багажника, сейчас багажник, сейчас она мне даст открыть. Так, вот в багажнике я установил клетку. Здесь у меня они вдвоем помещаются, то есть две собаки размещаются в клетке. Вот, они даже здесь могут лечь. Но для того, чтобы, к примеру, поехать там на дачу, то приходится уже раскладывать сиденье и размещать вещи уже на заднем сиденье. Так как у меня нет детей, нет
то есть только собаки, поэтому в принципе нам этой машины хватает. Вот. Багажник довольно вместительный. А так можно еще установить багажник на крышу, как вариант. Вот. Багажник открывается, закрывается вручную. Нету этого. Электрики здесь нету. Вот. Так. По салону я установил накидки в салон. То есть установил накидки на сиденье. Я не стал ставить чехлы, потому что на заднем ряду никто у меня практически не ездит. Вот. Только вот на переднем. Поэтому я установил накидки. Их вполне хватает для того, чтобы сохранить переднее сиденье. Вот. Салон мне нравится. Вот, все гармонично, как-то четко все. Ничего не гремит, не скрипит, не стучит, не жужжит. Все нормально. Вот, по шумоизоляции, ну, хотелось бы лучше, да, там, не прям тихо. Ну, хватает нормально. Вот, лично я в данном автомобиле дополнительную шумку делать не буду. Вот. Бардачок вместительный. Вот, а музыка, то есть аудиосистема посредственная. Вот, ну, такая же, как в Короле, в принципе. Вот, ничего особенного, тоже нормально. Вот, управление на руле. Вот, на руль перфорированная кожа. Вот. Однозонный климат. На роботе. Так. Подвеска жестковата, да, еще вот момент марки салон. То есть вот эта вот глянцевая поверхность и вот этот вот под карбон вот этот пластик сделан, он очень сильно царапается, на нем остаются все отпечатки. Вот, любые следы на нем прям очень, ну, сильно видно. Вот. Не хватает мне навигатора, то есть не хватает мне Android Auto. Вот этого не хватает. Очень большие здесь стекла, не хватает тонировки. Либо термальную тонировку я бы сделал, вот, чтобы солнце так не жарило. Вот. Была бы возможность, я бы, конечно, затонировал хотя бы процентов 60. Вот, если бы не было у нас штрафов за тонировку. Вот. Значит, по поводу шин. Как я уже сказал, зимняя резина Nordman 7 меня вообще абсолютно устраивала. Да, она немного шумновата, но в принципе нормально. Вот. Здесь Chao Yang стоит. Вот. Никуда меня не тянет, ни вправо, ни влево. Вот. Потому что были отзывы, что тянет. Вот. Все нормально, в общем, не тянет. Руль не бьет, все хорошо. Вот. И стало, конечно, намного тише. По расходу сейчас у меня расход примерно 10-11 литров на 100 километров. А был расход, вот когда только машину взял, заправляясь на 20, то есть 20 литров залил, на 2-3 дня мне хватило. То есть всего. Расход был бешеный, чуть ли там не 16-17 литров. Вот. Расход, прямо вот когда обкатку я проходил, он постепенно снижался. Но сначала расход был, конечно, очень большой. Вот сейчас и, возможно, то, что шины летние я поставил, да, и машину я не прогреваю, вот, и расход значительно снизился. Бортовой компьютер показывает 9,6, но на самом деле расход сейчас где-то 10-11 литров. Вот, в принципе, и все. Вот. Спасибо всем за просмотр. Всем добра. До свидания.